Всем привет, меня зовут Иван Градов, и мы продолжаем зарабатывать по 1500 рублей, играя в Crash Bugatti Jet, играем каждый день, играем по БК-1 Вин и играем по стратегии 1.5. Что ж, давайте приступим. Согласно нашей стратегии, да, 1.5, то есть фиксируемся, соответственно, на X1.5 по обоим направлениям, X1.5, и давайте здесь также отработаем X1.5, автовывод ставить обязательно, ну, по крайней мере, для меня. У кого скорость хорошая, тот может не ставить, в принципе, этот автовывод. Первую ставку выставляем, это берем 10% от вашего депозита, да, от баланса. То есть я беру от баланса в 5000 рублей, не смотрите, что у меня есть 4000, да, от депозита в 5000 рублей, это будет 10%, это будет 500 рублей. Могу подсказать, да, кто играет от 1000 рублей, у кого на балансе 1000, да, то первая ставка будет 100 рублей. Вторая ставка у нас увеличенная в два раза, то есть это будет 1000 рублей. И вторая ставка у нас ставится только в том случае, когда у нас проигрывает первая ставка. То есть первую ставку, если мы сливаем, то мы заходим на вторую ставку. Если мы отыгрываем вторую ставку, то мы возвращаемся к первоначальной ставке. Если у нас не заходит вторая ставка, то мы заходим на третью. Третья ставка у нас, это сумма первых двух ставок, увеличена в два раза. То есть 500 плюс 1000, 1500, увеличенная в два раза, это будет 3000 рублей. И третью ставку мы заходим, так, давайте ставочку сделаем. На третью ставку мы заходим только после фиолетового икса. Надеюсь, понятно, да? У кого вопросы остаются, то в телеграм, не в телеграм-канале, здесь на YouTube-канале, а в комментариях оставляйте свои вопросы, задавайте, да, в комментариях. Телеграм, хотел сказать, в телеграм-канале по привычке, но там у меня отключен комментарий, потому что заспамили все. Не забудьте, кстати, подписаться на YouTube канал Иван Градов, на телеграм канал Иван Градов. В телеграм канале у меня много видео. У нас был сейчас краш, и мы заходим с 1000 рублей, да. В телеграм канале у меня видео все 100% залиты, там больше 9 месяцев играю, ну 8-9 месяцев там. В принципе, все видео залиты. Депозит мы отбили. И давайте зайдем с первоначальной ставочки 100 рублей, 1500 рублей, вернее. Смотрите, друзья, промокод Иван Градов дает очень хорошие бонусы. Он увеличивает ваши, он вводится при регистрации и увеличивает ваши первые 4 депозита в 5 раз. То есть это очень удобно, это очень выгодно. Но я всем советую, в принципе. Так, депозит мы отбили свой. Так, на балансе у нас должно быть 85 550 рублей. Так, 2 минуты мы уже играем, ну 3 минуты, грубо говоря, да. Напоминаю, что вложиться нам нужно в 15 минут, так как через 15 минут краш увеличивается на 70-80%. Ну и выиграть, в принципе, практически невозможно. Поэтому, ну смотрите, 0.01 не хватило нам, да. Ну давайте опять зайдем. То есть играем мы 3 минуты, а почти ничего не выиграли. Это называется качели, да, качели, когда первая ставка заходит, вторую мы отбиваемся. Ну и получается, что вроде мы играем долго, а прибыли никакой нету. Сейчас вот мы опять отбили, депозит восстановили. Что-то ближе к золотому иксу идет. Да, золотой икс ход мы пропускаем сейчас. Так, был краш, да, после золотого икса краш прошел сразу, причем краш такой, что никто вообще не выиграл, да, на единичке сразу же и крашануло всех. Ну и вторая тоже ставочка у нас краш. Давайте заходим с увеличенной ставки два раза. Так, депозит мы убили. Давайте зайдем. Видите, на баланс не увеличивается, у нас и не уменьшается. 84 тысячи, как было. Но это сейчас 500 рублей отмотало назад. Да, вот у нас ставочка зашла. По-моему, первая, да? Сколько у нас там на балансе должно? 84,50 было. 84,550. Ну, две ставки мы забрали сегодня. 4-5 минут мы играли, да, и забрали две ставки. Давайте покажу сейчас вот. 5 минут мы играем, и всего две ставки у нас зашло. Сегодня вроде бы не так уж хорошо идет все. Вчера было нормально, позавчера нормально, сегодня у нас не очень так хорошо идет. Так, ставочка зашла у нас.
Так, что-то я подзабыл на балансе, сколько должно быть. 85, 550 рублей должно быть на балансе у нас. Друзья, подписывайтесь на канал, не забывайте, да, кто пришел с поиска, либо с рекомендацией, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, либо дизлайки, там, если у вас возможность есть, то поделитесь этим видео в социальных сетях, где-то, да, зарепостите его. Ну, а золотой исход мы пропускаем. Еще раз повторяюсь, если остаются какие-то, ну, вопросы ко мне, да, там, что-то там по правилам игры или еще что-то, то смело задавайте их здесь на YouTube-канале. Обратная связь вся через комментарии на YouTube-канале. Ну, или просто можете вызвать, просто оставить комментарий какой-то там, высказать свое восхищение, либо там еще что-то, не знаю. Это очень для канала полезно. Так, ставочка у нас зашла очередная. Так, на балансе 85-550 должно быть. 6 минут мы в игре уже. 6.26, да? Так, у нас опять золотой X. Золотой X у нас от X10 начинается. Поэтому смотрите. Ход мы пропускаем опять. И краш, смотрите, да, сразу вот как здесь вот было. Давайте ставочку сделаем. Так, ставочка у нас зашла. Ставочка зашла. Так, 85-300, а там у нас, по-моему, нам надо сейчас последнюю ставку, если сейчас зайдет, туда мы можем смело выходить из игры. 85-550 должно быть на балансе. Да, ставка зашла. Ну все, друзья, за 7,5 минут мы подняли свои 1500 рублей. То есть норму мы свою выполнили. Смело можно выходить из игры. Ну, в принципе, вы все видели, да? Все видели, принимайте там, смотрите, сами уже думайте, что вы там. Я, в принципе, никого не призываю к действиям, но смотрите сами, никаких там, да? Напоминаю, кстати, да, подпишитесь на канал, да, не забудьте подписаться, поставить лайк, либо дизлайк, комментарии оставьте, да, не забывайте про промокод, я вам рассказал уже, какие бонусы он дает. Мне просто сейчас интересно, я сижу, вот 99 тысяч поднялся, да, чувачок какой-то, здесь кто-то еще ставки открыты, нет, больше ставок открытых нет. Вот буквально за пару секунд 99 тысяч поднял чувачок на больших иксах. Ну все, друзья, давайте. Всем пока, удачи и до завтра.